Автор идеи Росс Скотт. Гражданская оборона. Эпизод 1. Пятница. Ты не в курсе, кто все время ворует еду из комнаты отдыха охраны? Спрашиваю, потому что мой ланч украли уже в третий раз. Что же это за специалист такой, за дешевым бутербродом гоняется? Я могучий тигр! Что? Собственно, на самом-то деле я раздосадован потому, что в последний раз украли мою сумку с шоколадными печеньками. Реально вкусные были. Ну ты знаешь, из Pepperidge Farms. Я ниндзя! Да, смешно. Я просто понять не могу. У своих же воровать. Какая крыса. Ухающая цапля. Ладно. В наше-то время вряд ли стоит удивляться, откуда берутся все эти начинающие нарушители. Что ты делаешь? Я ниндзя. Да, а я балерина. Хорош уже. Ты не как мультиков насмотрелся. Или еще что? Не смейся над ниндзей! Послушай, я знаю, что работа все нуднее и нуднее. Да и уверен, что изображать из себя ниндзю куда интереснее, чем просто стоять и считать голубей. Но тебе не хуже моего известно, что в любой момент может нагрянуть внезапная проверка. И нам меньше всего нужны тут тренировки карате. Ниндзя двигается! Хорош, повзрослей. Заканчивай уже, пока мы основательно не вляпались. Какого черта с тобой не так? Тут кампус рядом, совсем в курсе? Да! Ты толпу фанатов соберешь тут фокусами своими. Послушай, Дэйв, если люди позволяют издеваться над собой, это еще не повод так поступать. Боже, как долго мне терпеть все это каждую пятницу? Ты ведешь себя как полный дебил, а я еще и обязан с тобой дежурить. Глазам своим не верю. Это так непрофессионально. Дэйв! Что? Дэйв! Хорош! Нет! Какого лешего ты творишь? Опять хочешь проблем с руководством? Забыл, как тебя в тот раз... Ну ладно. То-то. Этот шлем здорово пропускает электричество, ты не находишь? Ты клинический идиот, Дэйв. Народ, тут смотреть не на что. В ролях Крейг Менгель и Росс Скотт. Давайте, дуйте отсюда. Перевод на русский язык Михаил Ларионов. Закадровый голос Максим Кулаков. Специально для StopGame.ru.